Стивен Кинг – культовый американский писатель, автор более сотни произведений в жанре фэнтези, мистики и научной фантастики. Его по праву называют королем ужасов, а книги ежегодно распродают миллионами тиражами. О цикле Стивена Кинга «Темная башня» нам расскажет главный редактор канала «16» Лидия Шулаева. Кинга я люблю очень давно, но замахнуться на 7 основных и 2 дополнительных тома этой истории я не решалась. Мне казалось, это долгая и утомительная история. 7 томов, да господи, я забуду, с чего она начиналась, казалось мне. Но 3 месяца назад я решила пройти этот путь вместе со стрелком Роландом и ни разу не пожалела. Когда я открыла эту книгу и сказала об этом в своем инстаграме, я услышала от знакомых о том, что меня, скорее всего, разочарует развязка, финал, потому что Кинг поступил несправедливо. Я не хочу комментировать финал, потому что в этой книге 3 точки. И самое главное в этой книге – это все-таки сама история. И я очень рада, что я оказалась на одной волне с автором. Именно оценив само путешествие длиной в эти 3 месяца, длиной в эти 7 томов. Это захватывающее путешествие, в котором было абсолютно все. Вымышленные миры, реальные миры, герои, которых я знала по другим книгам, герои, с которыми я знакомилась, герои, в которых я влюблялась, герои, над судьбой которых я плакала. Эта книга, она вызывает массу эмоций, потому что в ней есть все. Любовь, предательство, одержимость, просто дикая одержимость, волшебство, колдовство, дружба. Вот все, из чего состоит наша жизнь. Эта книга, несмотря на то, что она выдуманная, она такая настоящая. Мы не просто читаем, мы проживаем. И это действительно был путь, который я прошла с этими героями. А к финалу мы просто разошлись. Они пошли своей дорогой, а я пошла своей. И у меня нет ощущения, что есть точка в этой книге. Нет, просто мы часть пути прошли вместе, и это отлично. Что же касается самого финала, есть три таких заключительных вехи в этом романе. Первое – Роланд дошел до башни и что-то там нашел. Я не буду комментировать, что, потому что может получиться жесткий спойлер. Второй финал – эпиложный. Он такой немножечко слащавый, немножечко с элементами хэппи-энда. Но нам всем это нужно – улыбнуться, порадоваться за героев. И самая последняя точка – точка после эпилога. Это то, что перевернуло мой мир окончательно и еще раз убедило меня в том, что история Роланда – это лишь часть пути, а не какой-то отрезок из точки А в пункт Б, который начался и завершился. Это история без начала и без конца. Это история, которая учит нас многому, и финальная сцена, она стала пощечиной для меня лично, потому что это то, что меня отрезвило, это то, что показало на какие-то глубинные вещи внутри меня, которые я, может быть, отрицала. И эта книга стала для меня уроком, и я уверена, что станет уроком для очень многих людей. Я надеюсь, вы пришли, чтобы послушать историю, а не для того, чтобы торопливо пролистывать страницы, спеша добраться до концовки. Чтобы узнать концовку, достаточно сразу открыть последнюю страницу и прочитать, что там написано. Но концовки бессердечны. Концовка – закрытая дверь, которую ни один человек не может открыть. Я написала много концовок, но лишь по той же причине, по какой не надеваю штаны перед тем, как утром выйти из спальни. Таков уж обычай этой страны. Поэтому, мой дорогой постоянный читатель, вот что я вам скажу. Вы можете остановиться здесь. Это будет прекрасно, не правда ли? Я вот так думаю. И уж близко к счастью, так же близко, как государственная служба. Вот что сказал бы по этому поводу Эдди. Если вы пойдете дальше, то, уверяю вас, будете разочарованы. Более того, у кого-то может разбиться сердце. У меня на поясе остался только один ключ, и он может открыть только одну последнюю дверь, на которой написано «Найденное». То, что находится за дверью, не упрочит вашу любовь к жизни, не вырастет волосы на вашей лысине, не добавит 5 лет от отпущенного вам срока в этом мире, не добавит и 5 минут. Нет такого понятия, как хэппи-энд. Не встречал ни одной сравнимой с «жил-был когда-то». Концовки бессердечны. Концовка – еще один синоним для слова «прощай». Вы все еще здесь? Очень хорошо, тогда пойдем. Вы слышите мой вздох? Вот темная башня на краю крайнего мира. Смотрите на нее, прошу вас. Смотрите на нее очень хорошо. Вот темная башня на закате. Стивен Кинг, «Темная башня». Я приглашаю вас в это путешествие.